Что такое армбар, как ты думаешь? Какое-то питейное заведение. Но это прием в борьбе. А какой прием? Прием? Я не серьезно, на руку? Да, это болевой на руку. Армбар – это болевой на руку. Всем привет, я Птаха. Меньшиков Андрей, город Москва, Останкино, мой район. Кто у тебя самый такой на слуху, самый крутой боец, по твоему мнению, в ПОП ММА именно? У меня любимые, конечно, вот эти пацаны Хасбик и Абдурозик. Да, это звезды. Мне нравится Чапай. Чапай? А, Чапаев? Чапаев. Ничего себе. Это Шамиль Салтамбеков. Тебе привет. Ну, тебя Птаха знает, офигеть. Жесткий тип. Валуевич. Это, наверное, боксер какой-нибудь. Не в курсе. Валуев, знаю. Валуевич. Тайский боксер. Но кем он сейчас работает? Как вы думаете? Рефери. Я не знаю, но если он тайский боксер, наверное, судьей. По-моему, Чипинкос и Димас, наверное. Фу, я не в курсе. А уже был разве? Да. Ну подумай. Может быть, Рома Жиган, может быть. С кем? С Шоком. Я забыл, что у них бой был. Смотрели, как вам вообще их уровень? Я рассчитывал, что будет местная заруба, ну, ниже конфликт. Ну, а так, как бы, ну, пацаны вообще не боксеры, не спортсмены, поэтому хорошо вышли, там подрались. Но, конечно же, наш не сравнится с этим и перебьет по всем рейтингам, конечно же. Милонов. Мария... Федункив. Федункив, да? Да. Носов. Кожевникова, вы думали? Может быть, далеко ходить не надо. Если был Валуевич, то может быть Валуев тогда. Слушай, я не в курсе, но Мухаммед у меня первое впечатление, конечно же, вот такое. У меня здесь вот три буквы вот эти, Али. Перс. Отлично. Ваша татуировка «Али» в честь чего? Расскажите, пожалуйста. Это в честь моего предыдущего сольного альбома, замечательного, который вы должны послушать обязательно. А проще говоря, Андрей Легалайз. Перса ты, наверное, знаешь по первой конференции, которую ты посетил, правильно? Нет, Перса я знаю еще по первому конфликту, по-моему, в Дагестане с Чоршанбе. На улице они там что-то пишевали. Ты вообще шаришь? Знаешь? Я не знаю. Не знаешь? Нет. Я видел совсем недавно эту информацию, но не помню. А, вон, серьезно? Да, его UFC подписали. Красавчику еще. Посмотрите на его бои, вот, чтобы, так сказать, вдохновиться перед вашим дебютом. Очень зрелищный боец. Чипинкос. Так Чипинкос, конечно же, великий. Чипинкос, привет. Как он показывает? Вот так вот? Реально так показывает? По-моему, что-то... Серый перед так показывает. А, ну ладно. Это парень, который просто открыл себя благодаря боям практически. Я про него мало что знал, когда он был просто рэпером, а в боях он неплохо себя показывает. Так что... Ну отлично. Желаю удачи ему, да. Я приглашаю вас посмотреть в прямом эфире, либо прийти к нам и купить билет, и прийти посмотреть на реальный бой в клетке между мной и Легалайзом по правилам бокса. В прямом эфире смотрите на Рутюб. Легалайз против Птахи. Москва. Рэп здесь. Будет очень круто. 4 февраля. Приходите. Бойцовская лига «Наше дело» представляет. 4 февраля на топовой концертной площадке 19:30 Москва определится первый финалист звездного международного гран-при. Чемпион М1 Челлендж, опытнейший Макс Дивнич, выйдет на бой против действующего чемпиона Найза FC, непобежденного казахского воина Магомеда Кабардиева. Также легенды российского рэпа Легалайз и Птаха устроят брутальную разборку в клетке. В
Впервые в истории бойцовской лиги «Наше дело» определится чемпион в супертяжелом весе по ММА. В самом ожидаемом реванше, где каждый удар может стать решающим, сойдутся устрашающие Хадис Ибрагимов и Хусейн Биной Адамов. Приходите и станьте свидетелями незабываемого спортивного шоу.